Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня хочу посолить рыбку хе. Значит, что нам для этого нужно? Я взяла, мы купили большого толстолобика, и я вот сделала такие вот две филешки. Отделила от кости, насколько это было возможно. И вот получились вот такие два у меня пласта филе. Значит, лук нам нужен репчатый, морковочка. Собственно говоря, сама приправа для рыбы хек. Там очень хороший состав. И уксус. Уксус у нас должен быть 4%. Но я взяла 9%. Здесь у меня немножко винного, обыкновенного 9%. Ну и разбавила водичкой, довела его, чтобы он был где-то примерно 4%. Значит, что сейчас будем делать? Нужно порезать рыбку. Ну, сейчас посмотрю, какими кусочками. Ну, такими и не маленькими, и небольшими. Лук мы кольцами попробую нарезать. Вот морковочку тоже нашинкую. Ну, не знаю, может быть, даже руками попробую порезать. Не буду на терке, на корейской. И будем ее засаливать. Вот так вот разрезала я пополам. И буду такими прямоугольными кусочками ее нарезать. Ну, вот такие вот получаются. Ну, нормально. Хорошие кусочки. И не крупно, и не мелко нарежем. Ну, вот двух видов получилась у нас нарезка. Брюшко более такое удлиненное, спиночка вот такими вот кусочками. Ну и также сейчас будем укладывать. Значит, еще надо лук, сейчас я кольцами нарежу. Все, я приготовила. Морковочку вот такими брусочками нарезала. Я взяла вот такую стеклянную кастрюльку. Значит, что сюда я выложила? Кто смотрит мой канал, знает, что я не выкидываю хвостики от петрушки, тут укропчик. Вот они у меня высохли, баночки. И я сейчас их положила на низ, и они отдадут в маринад всю свою прелесть. Ну, будем сейчас укладывать. Эти я положу на низ. И каждый слой будем переслаивать морковочкой и луком. Ну, лук, может быть, даже и можно будет разделить кольца, но пока они держатся. Лучок домашний, поэтому такой вот он хороший. Плотненький, сочный, но плотненький. Не разваливается, как магазины в руках. Ну и морковочки. Вот сейчас я уложу это. Значит, я уже вам говорила, что уксус я приготовила. Ну, наверное, маловато. Я там развела 200 грамм. Сейчас заливаем уксусом. И ставим на 2 часа ее мариновать. Ну, вот так вот. Сейчас я вылью уксус. Посмотрю, что у меня будет получаться. Ну, может быть... Нужно сделать небольшой прессик. Вот, подобрала я тарелочку. Как раз вот если сделать сейчас гнетик, поставлю какую-то банку, как раз вот и рыба сейчас начнет, лук начнет давать сок. И вот как раз она получится вся соку. Все, оставляем на 2 часа. Прошло 2 часа. Вот сейчас будем посмотреть, что у нас наша рыбка получилась. Ну, такая вот хорошая тут рыбка. Сейчас я это все хорошо солью и перемешаем со специями. Можно даже на друшлачок, но сейчас посмотрю, как. Ну, вот получилось столько жидкости. Это не выливаем, потому что потом опять будем ее заливать. Отставляем в сторону. Вот, а на рыбку высыпаем
такая вот хорошая специя именно для хе из рыбы. Сейчас мы ее хорошо перемешаем, чтобы она равномерно, вот видите, мои сухие стебелечки тоже они раскрыли свой аромат. Сейчас. Тут достаточно соли, поэтому мы больше солить не будем. И так вот еще оставляем на 1 час. Сейчас тоже сделаю гнетик, пока она постоит. Ну вот так вот весь пакет я высыпала. Пусть она теперь пропитывается вот этими специями. Опять накрываю тарелочкой и ставлю гнётик. Все, оставляем еще на час. Ну вот прошел час, и вот такая вот у нас получилась очень вкусная эта приправа, кстати. Значит, выливаем сюда наш маринадик, который у нас был. И надо еще, сейчас я уже разогрела, растительное масло. Хорошо. И тоже это все сюда вылить. И выливаем сюда же масло. Перемешаем. Перемешаем. Ну и, конечно, лучше поставить в холодильник на ночь, чтобы она как следует помариновалась еще. Пропиталась и маслом, и уксус. Ну, уксус там уже не уксус, а получилось и сок дал лучок, и сама рыбка. Ну, вот такая вот получается у нас вкуснятина. Завтра будем пробовать. Ну, вот что хотела показать, как я делаю хе из рыбки толстолобиком. Спасибо за внимание. Заходите на мой канал, подписывайтесь. Всегда с вами Марина Матвеева.